Девчоночки, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Спасибо, что смотрите мои видеораспаковки. А сегодня будет очередная видеораспаковка по ссылочке сайта iHerb. Сегодня здесь будут у меня интересные продукты. И, кстати, многие продукты я заказала под текущие акции. У меня еженедельные акции. Сайт iHerb каждую неделю делает такие акции. Такие недели акции длятся 7 дней. Начинается в среду после 7 вечера и заканчивается в следующую среду также где-то в 7 часов вечера. Такие акции очень выгодные. Сайт iHerb делает на бренды недели до 20% скидки. Эту скидочку вы увидите уже у себя в корзине. Дополнительно, если вы новый покупатель, вы можете получить $5 скидки на первый ваш заказ, а также еще дополнительную скидку 5% также на ваш заказ. Все купоны будут указаны вот здесь на экране. Для тех покупателей, которые уже покупают на этом сайте не первый раз, вы также можете воспользоваться моим кодом реферанта и также получить 5% скидки. Продукт моей посылочки — это такие витаминчики для деток от бренда Natural's Way. Взяла я их по недельной акции, по-моему, скидка на них была 10%. Вообще была такая акция на все витамины 10%. Ну, конечно же, не могла я воспользоваться данной скидкой и не заказать вот эти витамины. Эти витамины являются таким топовым продуктом в разделе витаминов для деток. Обратите внимание на вот эти витамины, чем они же так хороши. Эти витамины идут полностью натуральные, не синтетические, что очень важно. Эти витамины содержат полный комплекс витаминов для деток, специально разработанными с детскими потребностями. Содержат также в своем составе активный витамин С и порошок с фруктов. Эти витаминчики рекомендовано употреблять с 2 лет. Такие себе жевательные витамины. Здесь 120 капсул. Рекомендованная доза с 2 лет по 2 таких вот жевательные таблеточки в день. Присмотритесь. Я, кстати, долго выбирала витамины для ребенка и как-то остановилась на вот этих витаминах. Мне показались эти витамины достаточно хорошие, с хорошим составом, с хорошей дозировкой. И, кстати, на эти витамины очень классные отзывы. Девчонки, если мы уже затронули детскую тему, то еще в моей посылочке есть такая добавка от Yara Formula. Это такие капельки, такой себе пробиотик для деток с рождения. Здесь 8 мл, такие себе полезные бактерии в капельке, которые вы сможете без проблем дать своему ребенку даже с рождения. Еще в моей посылке есть такой жидкий хлорофилл. Здесь 474 мл от бренда World Organics. И, кстати, у меня как-то в видеораспаковках уже был жидкий хлорофилл. Я рассказывала, для чего он нужен. Только у меня был хлорофилл от бренда Now Foods. Я периодически беру себе такой хлорофилл, не только себе, для всей семьи. Этот хлорофилл добывается с листьев люцерны. Очень полезная штука. Кто не знает, что такое хлорофилл, это такая добавка, которая ваш организм пополнит полезными витаминами и микроэлементами. Также хлорофилл способен чистить организм, чистить кровь, чистить лимфу. Кто страдает аллергиями, хорошо также помогает. Кто страдает какими-то высыпаниями или проблемами кожи, также помогает. Пополняет кислородом вашу кровь. Хорошо работает на иммунитет. Это, кстати, хлорофилл имеет мятный вкус. Данный хлорофилл я и члены моей семьи пьют утром натощак. То есть стакан воды, вы чайную ложку добавляете вот этого хлорофилла. Получается такой, знаете, освежающий, мятный, такой хороший, приятный напиток. И еще вот этот хлорофилл ваш организм пополняет, ну, скажем так, такой энергией. Ну, очень классная штука. И вообще, как бы, я его стараюсь пить на постоянной основе. Если вы что-то подобное такое ищете, также можете присмотреться. Еще у моей посылки есть еще такая, знаете, одна полезная штука. Возможно, вы про нее уже знали, а возможно и нет. Это такая органическая спирулина от бренда Healthy Origins.
Здесь в каждой таблетке 500 миллиграмм, 180 таблеток в такой вот упаковке. Наверное, более выгоднее покупать упаковку, где будет 250 таблеток. Очень хороший бренд, у них очень хорошие добавки. И, кстати, ценовая категория у них очень, кстати, приемлемая. Так что также обратите внимание на вот этот бренд. И в предыдущей посылке я, кстати, как-то хвалила вот эту спирулину. И давайте, наверное, немножко вам расскажу, что же это за зверь спирулина. Спирулина – это такая водоросль, которая обитающая в пресной воде и которая содержит много полезных питательных веществ. Хочу сказать, что спирулина содержит больше 60% белка, даже больше, чем в говядине. А также спирулина богата на минералы, железо, магний, калий и селен. Отлично работает для повышения иммунитета. Многие пишут, что спирулина снижает аппетит. Наверное, кто заботится о своей фигуре, это будет незаменимая добавка. Также спирулина отлично работает на омоложение. Еще вы можете употреблять не только ее внутрь, но также можете делать маски с этой спирулиной. Просто растворяете их в воде и наносите там на лицо. Тоже классно, кстати, работает в качестве маски для лица. Девчонки, еще в моей посылочке есть такой препарат BioSeal от бренда Natural's Factor. Добавка идет в капельках, здесь 30 мл. Она очень, кстати, популярная на сайте iHerb. Это такой препарат, улучшающий выработку коллагена. Как известно, к 30 лет выработка коллагена снижается. Поэтому всякие такие комплексы с коллагеном, кто заботится о своем здоровье, кто заботится о молодости, о суставах, о волосах, вам добавки с коллагеном будут кстати. Ни разу не брала вот этот BioSeal, на него очень классные позитивные отзывы. И очень многие пишут, что хорошо работает кожу, а отлично после приема этого BioSeal растут волосы. И многие, кстати, пишут, что у кого есть проблемы там с суставами, также вообще как бы замечательная добавка. От себя не могу ничего добавить. Присмотритесь, я думаю, что на iHerb и так достаточно отзывов. Кстати, есть и в виде таблеток. У меня это в виде капелек. Я так себе посчитала, что вроде как в капельках более выгодно. Девчонки, и последний продукт моей посылочки. Это такая давняя моя хочулка. Не пробовала ни разу вот этот вот тоник с ДМЕ комплексом, с витамином С и с альфа-липолевой кислотой. Я у них, кстати, уже пробовала крем с этой же серии, увлажняющий крем с ДМЕ комплексом, также с витамином С и с альфа-липоевой кислотой. Девчонки, и крем с этой же серии для меня показался вообще суперовый, восхитительный, но вы петь ему оды. После такого положительного впечатления о креме, я все же решила заказать себе такой тоник, лосьон-тоник, с таким же составом. Значит, ДМЕ комплекс работает на упругость вашей кожи. Витамин С и альфа-липолевая кислота обновляет кожу. Такой себе, знаете, антивозрастной тоник. Этот тоник я буду пробовать. Мне очень интересно. Здесь 175 мл. Здесь хороший состав. Вообще, бренд ДМЕ — это такая семейная компания, которая... противник всяких таких, знаете, плохих ингредиентов в своей косметике. Косметику разрабатывают с потребностями кожи. У них натуральные ингредиенты, зачастую очень активные ингредиенты. Вообще классный бренд, классные у них продукты. Есть что-то, что мне не нравится, но в большей части своей массе мне очень нравится. Этот тоник я буду пробовать. Если он мне понравится, я как-то озвучу в какой-то видео своей этом распаковке. Это была вся моя посылочка. Надеюсь, что со мной сегодня вам было интересно и полезно. Если это так, естественно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Увидимся уже совсем скоро.